Родовые угодья семьи Казанкиных, которые находятся неподалеку от Варьёгана, открыли для туристов. Экскурсии здесь готовы организовывать круглый год. Интересное найдется всегда. И это и рыбалка, и знакомство с национальной кухней, и, конечно, фотосессии с оленями, которых здесь целое стадо. По словам главы семейства, поступить так решили, чтобы дать возможность людям познакомиться с культурой и бытом коренных народов Югры. И не просто познакомиться, а буквально в нее окунуться. Ведь Казанкины ведут на угодьях традиционный образ жизни. Выращивают оленей, вручную расшивают бисером одежду и готовят на костре пищу. Вот это наша традиционная еда. Что это готовится быстро. И с собой, когда ездим по паруснику, по ягоды, по рыбалке. Вот быстрого приготовления. Котел не надо там. Ничего, все на костре, открытом костре шарим мы. Это традиционная наша продукция, еда.